Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой АСМР канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас мукбанг. Давненько мы с вами не собирались за кружечкой горячего чая. Я себе, как всегда, заварила <laughs> свое чайное ведро. Сегодня выходной, вы давно просили снять меня чаепитие, и собственно, я собралась наконец-то это делать. У меня сегодня такие красивые тортики. Это торт красный бархат, а вот это фисташковый с малиной. М -м -м. Мне не терпится попробовать. Давайте приступим. Присоединяйтесь обязательно ко мне, наливайте себе кружечку чего-то горячего, вкусного и почаёмничаем. О -о -о. Боже, боже. Ну, пробуем. Это просто умопомрачительно. Тут такой нежный эм, сырный крем. Что то типа чизкейка? Очень вкусно. Ну, о чем я сегодня хотела с вами поговорить? Больше всего вопросов в комментариях вы задаете моей новой работе. Поэтому я решила, что сегодня как раз мы эту тему и обсудим с вами. Расскажу о том, как я, в принципе, отношусь к работе, то есть, ну, должна или не должна женщина работать, как я считаю, о своих каких-то дальнейших планах в отношении канала, потому что тоже очень много вопросов вы задаете. В общем, кто не знает, я где-то с начала февраля, с 1 февраля, кстати, я официально устроилась на работу, я работаю в банке. Название говорить не буду, понятное дело, но это один из крупнейших банков. Я главный финансовый консультант по обслуживанию физлиц. Кто не впервые на моем канале, вы, наверное, знаете, что а в принципе, подавляющую часть там, своего опыта работы я проработала именно в банковской системе. Единственное, что это была банковская система Украины, то есть я работала в банке в Украине. Для меня ну, сейчас это все достаточно сложно, потому что вот эти первые недели на работе, ну, я просто валюсь уже с ног от усталости, ребят. Громадный объем информации, Сначала у меня был период, я проходила обучение, потом мне назначили наставника, я проходила стажировку непосредственно в работе с клиентами. Очень большой объем информации, много всего нужно запоминать, очень быстро надо ориентироваться. Я сдавала несколько тестирований на промежуточных этапах, потом итоговое тестирование по всему курсу обучения и стажировки. Поэтому все это время мне, честно говоря, было ну, немножко не до канала. Я надеюсь, вы меня понимаете и ну, не будете там обижаться, я не знаю, отписываться. Были какие-то комментаторы, которые меня, конечно, ну, скажем так, привели в легкое недоумение. Были там некоторые неприятные комментарии: типа того, что если ты не можешь как следует заниматься ведением канала, регулярно выпускать видео, то вообще его закрывай. Ну, как-то так, знаете. Ну, это все, конечно, смешно читать. Потому что, ну, все здравомыслящие, адекватные люди поймут. Когда ты выходишь на новую работу, это отнимает очень много времени. Вот мне приходилось на обучение ездить далеко от дома. То есть это где-то полтора-два часа у меня занимала дорога в один конец. Соответственно, я очень поздно возвращалась домой, очень рано уходила. Ну, вообще мне было не до того, чтобы что-то снимать. Мне действительно не хватает вас, не хватает э, того графика, в котором я могла выпускать видео, пока сидела дома. Ну, ребята, это жизнь. Да, был такой период, получается, у меня, когда я не работала. Я не называю причины, но это были объективные причины. Где-то длиной в полтора года был этот период, когда я вынуждена была сидеть дома. И э, да, это было время, когда я смогла открыть и достаточно развить вот свой канал на Ютубе. Но все когда-то заканчивается, и вот этот период, когда я сидела дома, он тоже подошел к концу. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ну, даже, ну, я вам так скажу, я даже рада, что я вышла на работу. Честно говоря, у меня для меня такое состояние нахождения дома, это вот как раз для меня было, наоборот, не характерно. Потому что я всегда работала, начиная там с третьего курса института. Сначала подрабатывала официанткой, потом уже в банк устроилась. То есть у меня не было такого состояния в жизни, чтобы я вот сидела там дома, у кого-то на шее. Это был вынужденный действительно период. Я... Не хочется просто вам рассказывать, почему, но я реально не могла устроиться на постоянную работу в течение этих полутора лет. Вот. А как я в принципе отношусь? Что-то у нас сегодня такие темы с вами серьезные. Что я в принципе думаю на тему того, должна ли женщина работать? Есть такие барышни, которые выйдя замуж, считают, что теперь всю финансовую ответственность за них должен нести муж. Добытчик, все такое. Я так не думаю я считаю, что женщина тоже должна работать, у нее тоже должно быть какое-то дело, она должна быть чем-то занята. Я никогда не стремилась особо, знаете, к каким-то карьерным высотам. Но работа в банке мне всегда нравилась. Это очень динамично, вокруг тебя постоянно люди, все крутится, вертится, я, ну, я это люблю. Поэтому тот год, который я просидела дома, если бы я не занималась каналом, я бы, наверное, вообще сошла с ума, вот я вам серьезно говорю. Ну и сейчас, несмотря на то, что, ну, эти три недели первые дались мне достаточно трудно, сложно после такого перерыва, знаете, опять вот настраиваться на рабочий лад, рано вставать по будильнику, ехать каждый день куда-то на работу, работать, возвращаться поздно, ну, короче, это все, знаете, надо опять выработать к этому привычку. Я уже успела за полтора года от этого отвыкнуть. И тем не менее, несмотря на все эти трудности, ну, я счастлива. Я очень довольна этой работой. Я хотела работать именно в этом банке. Мне очень нравится, что отделение, в котором я работаю, буквально в двух остановках от моего дома. И знаете, говорят, вот, что мысли материальны. Мы, в общем, как-то зимой, перед нашей поездкой в Прагу нам нужно было сделать визы с мужем. И для визы нужна была справка о состоянии счета банковского. А мой муж получает зарплату через тот же банк, в который я устроилась работать. И мы с ним поехали в это отделение, которое как раз ближ... Ну, ближайшее к нашему дому, за справкой. И я такая еще, знаете, зашла туда, думаю, блин, вот было бы круто тут работать близко к дому, и этот банк, и вообще, ну, мне там показалось очень уютно. Короче, я прям так, знаете, действительно посмотрела со стороны, думаю, вот было бы здорово, если бы я сюда смогла устроиться на работу. Представляете мое удивление, когда я после Нового года начала искать работу, обновлять там резюме на Headhunter и все такое, и просто увидела, что есть открытая вакансия именно в этом отделении этого банка. И представьте мою радость, когда меня туда взяли. Так что все, что, ребят, не происходит у нас в жизни, все к лучшему. И ничего, мне кажется, не бывает случайно. Было время, когда мне нужно было посидеть дома, и зато у меня появился такой чудесный канал. И вы все. Сейчас открывается новая страница в моей жизни. И я этому очень рада. Давайте вот этот тортик попробуем, потому что я уже наелась он такой сытный, фисташковый с малинкой. Зверненький такой. <сушь> Ой, это тоже вкусно. М -м -м. Вообще люблю все фисташковое. Ну, так вот, что я думаю насчет того, в принципе, должна ли женщина, девушка, работать. Каждый для себя на самом деле определяет это сам. Я не вижу ничего плохого в том, когда женщины, допустим, не работают, сидят там дома, да, поддерживают домашний чак, особенно если у них есть детки. Это вообще тогда само собой разумеющееся. Но, но это не для меня, честно. Мне просто как бы скучно было сидеть постоянно дома. Я же говорю, если бы не канал, то, наверное, сошло с ума зарплата моего мужа, она позволяет, ну, скажем так, мне посвятить себя чему-то там такому приятному, как ведение канала, да, и заниматься только этим, и сидеть дома. Но здесь дело даже не в деньгах. Да хотя и в них тоже, чего уж там греха таить, ребят. Мы, ну, вы знаете прекрасно, что живем в Москве, и квартиру сейчас снимаем. Вопрос покупки жилья для нас актуален. Вот. Соответственно, этот вопрос нужно решать как можно быстрее. А для этого два человека должны вносить какую-то свою посильную долю в бюджет. <coughs> ну, в принципе, это, ну, черт, это все-таки приятно. Я уже успела получить просто первую зарплату. <laughs> Круто, когда ты можешь спокойно сделать там своим близким какие-то подарки. Потому что весь этот год, пока дома сидя, понятно, канал там мне приносит какие-то небольшие деньги. Но все равно это было не то. Я, допустим, на 23 февраля подарила мужу шикарный вообще подарок, ну, мне прям самой понравился. <laughs> Я подарила ему сертификат на полет на самолете Cessna. Это такой четырехместный небольшой самолетик на месте второго пилота. То есть будет пилот, который пилотирует этот самолет, а муж будет на месте второго пилота, ему там тоже дадут немножко прулить. И я тоже буду лететь с ним, потому что там есть еще место на одного человека в кабине, то есть мы полетим вместе. 40-минутный полет над Москвой, но ну, мне кажется, это должно быть просто потрясающе. Мы теперь ждем, пока немножко потеплеет. Этот сертификат, он там действует что-то около 8 месяцев с момента выдачи. Так что дождемся, наверное, мая, может быть, даже лето. Обязательно полетим. О, ребята, я уже наелась. Сытная штука эти тортики. В общем, что хочу сказать. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Потерпите еще немножко вот такой вот рваный график выхода моих видео. Я обещаю вам, что я обязательно налажу все это, как-то соберу воедино и смогу совмещать и работу, и выпуск новых видео. Я не обижаюсь на людей, которые пишут какие-то неадекватные комментарии, типа того, что вот забросила канал, вот по все понятно, поигралась и все. Ну, это просто смешно реагировать на такое. Спасибо всем, кто понимает. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Я вас всех очень-очень люблю, вы же знаете. Все, всех целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.